Всем привет! Приехали на новый монтаж деревни Ситники. Перед нами баня, кровля, через которую мы будем проходить утепленную трубой сэндвич. Сейчас зайдем непосредственно в баню, и вы увидите, какая печка будет стоять. Гигант Кронос. Бак проходной на 70 литров. Вот такая вот печка. Он не рабочий, я их уже монтировал и продавал. Вот это непосредственно помещение парное будет. Парное, вот это моечное. Ну что, начинаем работать. По итогу я вам покажу, что у нас получится. Закончили монтаж дымохода. Как всегда, вечером. Смотрим, что здесь поставили. Там вот оттяжку. Кровельный проход. Вверх пошла труба. С грибком уже плохо видно. Потому что правило один день, один дымоход. Все-таки придерживаемся. Сейчас 20... конец декабря, даже не знаю, какое число. Там жесткую оттяжку поставили. Кровельный проход загерметизировали. Ну и скат сверху сделали. Все, сейчас спустимся вниз. Покажу, что у нас внизу получилось. И вот в парилке что. Гигант поставили, Кронос. Бак проходной на 70 литров и противопожарный узел утепленный. Фотографии вам на YouTube оставлю. Либо на сайте Comment.by можете посмотреть все объекты мои. Вот такая красота. Печка вполне нормальная. 4-ходовая камера сгорания. Ну, интересная модель. Он богато смотрится. Видим, да? И сейчас наверху вам покажу, что получилось еще. Мы поставили противопожарный узел. Конечно, это все уберется. Эта малярка берется, уберется. И все. Два угла со смещением 45 и экран. Бруском поддерживаю его для того, чтобы просто он висел. Потом, когда подошьют вагонку, экран прикрепят под 40 градусов. Аккуратненько все будет. Все окей. Все на этом. Завтра еще очередной объект в Тарасово. Покажу, что там получилось. Там переделки есть и доработки. Ну все. Как всегда, всем хорошей тяги. И до новых встреч. Пока.